Ребят, всем привет, канал Деревенские будни с Александром. Сегодня наконец я вам покажу щенка, которого мы приобрели. Вот это такая девочка, зовут ее Гера, порода Алабай. Ей 2 месяца. Сейчас она временно у нас живет в этом летнем домике. У нее там есть свое место, где она спит на матрасике. А чуть позже поселю в вольер. Немножко потеплее на улице станет. Тащик, сейчас не холодно. Нормально. Вот она сейчас вышла на прогулку. Еще не совсем освоилась, но уже сегодня повеселее. Вчера она вообще боялась. Мы ее вчера вечером привезли. Я уже не стал снимать. Такая наша Гера. Сейчас кормлю ее сухим кормом, там, с ягненком. Что-то вчера пробовал ей готовить, но как-то не хочет она пока кушать. Готовая кормить магазинным. Да, да, Гера. Да, Гера, это твоя Гера. И вот тут она у нас спит. Гера, пойдем. Пойдем гулять. Пойдем. Пойдем гулять. Ариш, не бойся. Сегодня уже веселая. Вчера только привезли, то она была вообще грустная. Плакала, что забрали от мамы. Ну, плюс еще 200 километров ехали, и ей как-то, наверное, было некомфортно. Возможно, подташнивало, потому что как-то слюни текли сильно. Гера. 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 Еще совсем не понимает, что-то ее зову. Гера, пойдем гулять. Пойдем курочек кормить. Че, уже завтра освоится. Сегодня она как-то метров 10 больше не отбегает от своего домика. Но вчера вообще не выходила. Герка, иди сюда. Герка. Ой, ты маленькая. Вот красавица, да? Ты красавица такая. Красавица, Гера. Красавица. Красавица, да? Малая. Но скоро будет большая. 2-3 месяца, скажи, я уже буду слон. Слон будешь. Знакомство с нашим щенком. Вот теперь, кто хочет, можете подписываться на канал. И будем вместе смотреть, как она растет, развивается. Ну и помимо этого, наши обычные дела. Это наши животные, огород скоро будет. Ну, все как обычно. Так?
на сегодня наш день подходит к завершению. Всем мира, всем добра, всем пока.